Если вас вот эти мобы убивают, блядь, хули торим. Так у нас, ну, типа, половина рейда еще бежала. Васо, умри, нахрена ты его ведешь сюда? Так, если что, там их надо одновременно заливать. Мобов этих. А, у нас ДК нет. У нас нет. А у нас всех надо в камере еще. Вообще, мне кажется, Мимирон попроще будет. Там на Ториме, короче, в комнату надо отправлять, наверное, одного танка с хилом и одного ДД. И нужно, чтобы контролили мобов, которые там. Потому что там кастеры есть, которые по 10 тысяч кастуют. Два их там, по-моему. И милики, они дают, да, они дают опрокидывание. И пока танк под опрокидыванием, считай, все, весь рейд выкладывает. Ну и на арене должны оставаться остальные все, типа. Также, наверное, три хила. И на арене будут мобы такие пробудители, они на себя щит вешают, еще и хилят. Их надо будет и с них диспелить. И, ну там пиздец, конечно. Станете их контролить. У нас есть маг, в принципе, который с диспелем может позаниматься. Там, по-моему, именно от шамана нужен этот самый. Они в принципе те же самые. Ну, учитывая, что за друлю мышкой тыкает, ему очень сложно придется в комнате. Я не знаю, справится ли он. Мышкой. Ну. Ладно, давайте тогда киньте стамину, киньте все остальные попьесы, давайте трешку чистим. Ну там надо быстро цели переключать и давать контроль. Ну я домашний. Табом переключаюсь. Ну табом и контроль, типа вихрь, смерч надо этот давать и корни. Вот. Дайте каску помогу и поедем чистить трэш. Здравила, где Хант? Тоже заметку щекнул. Давайте пока без хрента почистим. Как бы вот этих. Ты прям спускайся, вар, и туда отворачивай их. Просто собирай, отворачивай. Внутрь. Если одного слить раньше другого, то второй вырастет. Ну нет у нас, к сожалению, на плоти сейчас. Да, дайте время. Надо было отойти оттуда все. Заберите моб. Ну вы не бейте мобов. Пусть вар наберет подольше агро. Я забыл сказать. Как улипал спекнуться, да? Да, он спекнулся хилом, отлично. Да не дамажьте, вы можете не дамажить? Или что, вы вайпаться хотите? Стопните ДПС свои. Бейте другого моба, у которого фулл хп, или вы не понимаете русского языка? Там хан подбежал, хан сразу даешь на пул по товару. Вливайте в черепочек, больше хп. Еще аддон такой есть, Омен. Поставьте себе, если мобы на вас идут, значит вы что-то неправильно делаете. Не все танки могут агро хорошо набирать. Да, и Васо спекнешься, круто пало. Кто же? Хрестику больше чуть немного. Убили хрестик.
Ирус, да, ману восполню и... Давай. Басо спекнулся танк, отлично. Хант поставил. Хорошо. Вот, в принципе, сон можете даже уже... Ладно, с другой пока не давай, вот Маша сразу тебе штрафов, мы этих всех убиваем. Немножко жирно их по полляма. Все, давай, ты просто пишешь. Секундочку. На полную клипсу, клипсу сначала танчит весь трэш этот. Сейчас посмотрим, что здесь. Что-то вот не хочешь мне скидываться с Телеграма в Дискорд. Надо скачать его сначала. Тогда. Рычагу, в принципе, там, кастовать. А, Маша, дай мне уже иннер. Маша, дай мне уже иннер, перед этим буду заходить, чтобы флоу был мона. Отлично. Стой, жди, сейчас убью. Давай. Я, да, я вижу клипсу. Добивайте мелкого. Все остальные сенсоры поставьте на креветку. Там слышишь, креветку прокладишь. Так, открывай. Открываю. Сейчас там кастуются. Да, я вижу. А сейчас здесь дистанцию держи. Что это? Не надо, это ДБМ так показывает. Ну, в принципе, нигде не держали. Сразу ближайшему корни хуярит. Их нужно остановить. Не, невосприимчивость. Смотрите на руки. Вот, направо отбежали. На вар тоже все направо. А, стоп, он... Я понял. Ну бей мобов. С какой стороны он кастует, другую отбегать. Да. Пока тут стоит. Я никогда в комнате не был. На другую, на левую, быстрее, сейчас каст идет. Прошла волна сюда, обратно. Сливай мобу. Сторону. Обратно направо. Бля, конечно же, жестко пробивает. Ну эти петухи кастуют, видишь, в тебя. Да. Сейчас ничего, уже их добьете. Перебежали налево. Он задело еще налево, левее еще чуть-чуть. Сова левее еще левее. Мажет. Добивайте этого и потом этого гуся большого направо бежите. Направо быстрее. Чаржься в него прям и отворачивай. И налево. Налево. Все, закончилось. Все, уже не надо. Все, и башишь, и все. Там, вижу, в комнате люди, по-моему, играли. Да, сейчас там креветки. Нет, это не. Там креветочки уже плохо. Хантер умер. Конечно, можно было бы сюда хулипала поставить, потому что здесь, в принципе, хилить особо некого. Через частичку он бы хилил бы сразу двоих. Да, кого угодно можно послать, просто если здесь давай проходится, то все уже будет зависеть от того, что на арене происходит. Ладно, все, давай падаем. Ну а теперь свични креветку с совой. Пускай тогда уж креветка вместо совы идет. Ты на арене, дюпонатор с клипсой, с креветкой в коридор. И посмотрим, что на арене. Ну, на арене очко там. Короче, пробудители есть мобы. Вот там пиздец. Вот этот щит, наверное, креветка сможет снимать. Наверное. Не знаю. Да, ну, типа, он не снимается, к примеру. Нет, снимается, кстати. Наверное, креветка спиздить может. Да. Вы упадете? Да, сейчас. Мы падаем. Падайте там. Я не хотел умирать.
А за этой дверью там еще что-то есть? Или это уже последний? Да, там еще ступеньки, еще три моба стоит и еще один большой моб. Там вокруг обходить надо будет. И вы со спины босса зайдете там. Спрыгнем он потом тоже. Что, чтобы... А, еще вторая фаза, надо быть, про вторую фазу, что надо стоять по дебалам, прям в нем. Может его завести к входу, босс подвести. Да ничего не надо заводить, просто это... Нет. Вы сначала это пройдите. А там сначала от колонны будут идти молнии в босса. И вот от какой колонны они будут идти, в ту колонну он будет разряд давать такой конусом. Как вот эти стражи, которые у вас вайпали. Так, таким же конусом будет давать разряд. Колонны 3, наверное, центральную, и по краям 2 колонны он будет зацеплять. И нужно просто за спину перебежать от того места, из какой колонны шли молнии в босса. Они его заряжают, и он потом через пару секунд дает разряд. По дороге стал в капкан и начал прыгать от боли, упал в волчью яму, да? Серьезно, это был бы кик, чест и привет маме. Открывает 3-3-5 и вашу пару сегодня в 7-0-0 РТР съебем лича. Мы в ноль канов танкуют босса, оскорбляя чью-то мамашу. И вот босс упал, Ваня лут себе забрал, Капр Сивен анролл. Сал, блядь, в бутылку и под стол, блядь. Ваня сбивает царский касту духа, мы все в ахуе. Нормально ты, Коноп, его отрахал. О, Коноп, ты охуенен за то, что ты танчишь в одного танка. Держите ДС. Ваня злому говорит: Саня, не твори хуйню, тебя долбоеба заменю мне на тебя, похую. Этот уебок пока, нахуй мне тип, который не выркал. На второй фазе рейд уже упал. Ваня, мне через пару часов в школу кто-то запищал. Надо в школу, пиздуй, сука, мой ноги, ложись спать, долбоёб. Заходи на АДК, самогон, брат, флексю на моментоморе и плясую в чат за всю хуйню лича. Я разъебу, ведь с нами наш предводитель клана Ваня Кила. Кто не с нами, тот под нами, и тому могила. В Каноп клане только сильные мужчины. Вот такая фантастическая, блядь, история про поход Антона в туалет. Там креветочка с последнего, с этого большого, тебе нужно будет поворвать стаки. Ими, в принципе, не воруются. Ну, как минимум, без пелиться. Давайте двух мелких. Отлично. Поставишь метку на толпу, на толпу его нам добрать под контроль. Я себя знал, сейчас посмотрим. В контроль. Моб называется Завоеватель Ульдуара. Понял. Хорошо. Буду ставить. Это... Повелитель, зачем еще явились сюда, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно... Так, здесь их нету. Сливайте. Ну, пока нет. Угу. А, я ставить, скорее всего, не смогу, у меня... Да забей, и так прочитает. Да. У меня просто только Z пишется. Пишется мульдуара. Ну вот видишь, какое тут очко происходит. Я понял. Вот. Ничего. К вам пошел. Моб. Так, на мне стан. Надо тотем будет поставить на... Отбегаем от колонны, блядь. Ты звездопад, да? Видишь,
все, пизда. Ну, типа, на этом боссе ничего не светит. Я не знаю, кто тут должен это все заливать. Ну, типа, вообще, хуй знает, жестко. 8 сов. Ну, блядь. В десятке 8 сов. Если только в десятку 20 человек можно взять, то можно залить. Так что Мимирон это максимум, что вы сможете, и то на нем сидеть часик, наверное, придется. А что, на еще никто и Торима не убил? Да почему, убивали? Просто, ну, тут играть надо очень круто. Не, ну тут на самом деле я жду, пока Агро набирается еще какое-то время. Ну, то есть и в этом проблема, и во многом другом. Там мобы разные, то есть, допустим, кто вертушки крутит, это тоже дамаг. Плюс молот прилетает, он сало кидает, и дамаг. И колонна, блядь, и вообще тут, ну, дохуя всего, и дамаг сильно большой, он, я хуй знает. Это нужно, чтобы там было, допустим, 5 ДПСеров, 2 хила танк, это что, это уже 4 ДПСера, 2 хила танк, это уже сколько, это уже 7 человек. И 3 в комнате медленно проходят, и вот из 4 ДПСеров должен быть, допустим, рога, блядь, сова какая-нибудь, потом, блядь, кто-то еще, кто ауешит охуенно, и танк Мишка желательно, блядь, он агро ауешное хорошо держит. Ну или протопал, блядь. Мимирон тут это шули. Мимирон проще намного, в 1000 раз. Галерея. Ну хотя это конечно, блядь, просто там трэша нету. Там, блядь, босс, на него смотришь и все. В какой портал лететь? Вот этот, в котором ты стоишь, спускаешься вниз, там босс. На Мимирон найдем. Вот тут как бы потратить можно, а там просто там нереальный дамаг, там я не знаю как выжить. В портал можно подходить? Самый нижний. Они сделали респаун трэша очень быстрый. Он нереально быстро выходит. Нужно, не знаю, раза в два медленнее, чтобы он выходил. Он, блядь, выходит каждые 10 секунд, блядь. Ну надо 8. Тоже какую-то залупу придумать. Надо что-то посидеть, подумать с этим. Как и контролить может. Ну контролить это понятно, но там, понимаешь, нужен максимальный. Я имею в виду, типа, тотемы там ставить что-то какие-то. Рыбу. Там просто быстро сливать это все надо, то есть в ДПС все упирается. Либо как-то по ассисту убирать, не знаю. Ну а Мимирон, конечно, это пиздец. Пока тут расскажешь, блядь, все 4 фазы, блядь. Ебать. Короче, основные положения, блядь. Низ, туловище и голова. Самые сложные фазы для хилов туловище и последняя, четвертая, когда он собирается. Низ это танк, кастуется в центре, танкуется в центре. И вокруг себя мины раскидывает. На мины не наступать. Наступил на одну, пол хп нету. Наступил на две, сдох. Вот. Кастует шоковый удар. От шокового отбегают и танк, и милики. Шоковый удар там 15 метров вокруг босса. Вот грубо говоря, вот этот кружок, который он, на котором он стоит, за ним, если вот в районе первого кругляшка маленького стоишь, то ты уже не заденет тебя, по идее. Вот. Потом плазму он кастует. Это 6 секунд, 150 тысяч дамага в танка. Эту хуйню в танка надо захиливать, плюс танк должен прожаться. То есть там каждую секунду по 15 или по 20 тысяч дамаги идет огнем. Вот. Ну, заряд напалма, это в одного человека кидает он огненную хуйню. Анимация такая, там не бегать, ничего не надо. Нужно просто стоять на рельже. Вот, если кто-то ближе стоит, то получают 2 человека сразу. Ну и там дота тикает, типа. Вот. Потом вторая фаза, там он очень сильно дамажит, очень быстро с рук. Потом кидает красную метку на пол, с нее просто отходить. Кидает на весь рейд, на все 10 человек этот
жар какой-то, там 4000 урона. Блять. 10 секунд там. Или 4 секунды по 4000. Короче, пиздец, захил нужен мощный. Вот. И лазерный обстрел. Он просто подготовку дает 3-секундную. И нужно за это время успеть к нему за спину бежать. На этой фазе должны на РНЖ 3 человека стоять. Лок, Хант и Мак. И они должны по команде, ну и как босс подготовку эту делает, телепортироваться или отпрыгнуть в центр и найти спину, забежать за спину. На третьей фазе голова, там все легко. Стоп, стоп, стоп. Сразу один вопрос. Танки тоже за спину бегают? Да, конечно. Да. Потому что лазерный обстрел на второй и на последней фазе это ваншот. Это ваншот. Да, чтобы вы понимали, там за 0,3 секунды 30 тысяч дамага. В секунду 100 тысяч дамага. То есть умираешь сразу. И он ни баблом, ничем не спасается. И это. Ну и последняя, четвертая фаза, там просто вся эта хуйня собирается и ездит. Все. Ну и с вертолета, с головы, типа с самой головы выпадает бомбот. Он идет до цели и взрывает ее. Ну и так, маленькие мобы это так, трэш, и большой, с большого падает магнит. Магнит берешь, под голову встаешь, нажимаешь в сумке на магнит, и голова притягивается вниз. И милики ее могут бить. Ну попробуйте пульните и посмотрим, кто. Давайте на чем... просто пульнем, посмотрим, до чего дойдем. А только за линию зайдите. Погодите, погодите, погодите. Это хотел сказать, что этот маг, лок и хант становятся по вот этим вот полосочкам. Вот эти вот, которые от него отходят на второй фазе. Ну, чтобы не било двоих сразу, например. Да, только это самое. Твоих вас сразу бить не будет, он в одну цель стреляет. И это недалеко, типа. Недалеко, не за 5 километров. Стойте в радиусе хилов, чтобы они вас доставали. Трое у вас сейчас хилов? Да, трое. Да. Вторая фаза, самый напряг, когда туловище. Вот прям жопа будет. И четвертая, и все. Давайте чекаем, кто у нас сейчас поменем, посмотрим, что и как. Дайте рано брать. Дайте на танка. Все есть. Не стойте, главное. Убей. Немножко подальше от Хантасова. Немножко правее. Дом. Беги, малышка, беги. Вот. Вара, захиливайте и прожмись. Да, далеко очень бежал. Ну, очень далеко бежал. Это... Вот именно то, что нужно уточнять. Это вот как раз бежишь, mm-hmm. во-первых, к хилам всегда. Во-вторых, этот каст, ну, я говорил, там 150 тысяч за 6 секунд. То есть каждую секунду у тебя по 30 тысяч огнем бьет. Вот там сразу, как только увидел эту хуйню, вот эту морду огненную на себе, сразу глухая оборона. Вот. Так, резнули, да? Дайте фулбахай по танку. Да. Отбегаешь, отбегаешь. Бежали. И опять огненная хуйня. Видишь, ШВ нажимай сразу. Он из пушки, вон этот огонь, его визуально видно. И отбегай к хилам всегда. Не уводи босса куда-то, где нету рейда. Похуй, что он в рейд проедет немножко, люди отбегут. Главное, что ты от хилов не уходишь. Хорошо, как бежал. Бегать от заряда вот этого не надо. Он кидается просто у вас. Если вы вдвоем, втроем стоите, то на всех троих распространится. А так он кидается на одного. Когда админы появились, да, по кругу может увидеть. Тоже на них наступать не надо. Ну, он это далеко отбежает. Он в АСО наступил уже на мины, сдох. Да. Или от шокового. От шокового. Да, шоковый. А может, и что вместе и на мину, и шоковый там. Ну так надо смотреть, прежде чем бежать, надо смотреть, почему ты бежишь. Поэтому. Просто я не думал, что надо еще тут так далеко. Эклипсу. Шоковый. Ну вот. Ничего. Да я жопой мины собрал, сорян. Поэтому надо смотреть на вот эти маленькие штучки. Надо танк поднять или вайпы? Нет, давайте сейчас посмотрим на вторую фазу. Какая у нас? Вторая фаза, там танк не нужен, и на третьей, в принципе, тоже. Да. Посмотрите.
Этот туловище не танкуется. Ну и голова, она бьет по тому, у кого агро больше от ДПС. Все маги, ханты и на этих, все остальные под босса. Заходите в туловище. Да, заходите, чтобы вам не бежать, потому что пока будете бежать, вас обстрел убьет. Прям там вставай под туловище. Спина, если что, это где две ракеты висят. Сейчас пока не бегайте, просто стойте. Секунд через 30 будет каст, или через 25. Вообще, по-моему, после активации фазы он через 35 секунд начинается, я засекал. Так что уже скоро. Отбежал. Видишь, была метка на хуй, надо было добежать. Че, не отбежал тут? Не отбежал. Все, за спину, сейчас за спину. Спину. Сейчас. И двигайся. Минусова. Двигайся, двигайся, он, видишь, по часовой идет. Да, не надо никого резать. Я сказал. Не резать. Не искать БРЗ. Вот именно этого. Ну, в принципе, вот на этом уже, на второй уже нечего смотреть. На голове там только трэш. И голова, и все. Боты. Кант под босс, под голову, там кинешь ловушку ледяную. И ПКД, чтобы она там была. У меня сейчас ДБМ заработал. Лазерный обстрел будет, пишет через 15 секунд. За спину боссу. Побежали. Ах, теперь сумеешь. Интересно. Он под... Ладно, я просто посмотрел оранжу. Ну надо ровно за спиной и чуть-чуть назад. Да, типа. Да. Он в центре тоже где-то дамажит там. Ну все, теперь ложитесь уже точно. Тут долго будете бить. Да, вставайте, сейчас полетели. Еще раз потраем. Там, надеюсь, никто кнопку не нажимал? Нет. Отлично. На пол, пожалуйста, в вару. Есть. Прям с пола меня ебануло. Беги, малышка, беги! Ну, МХВ. Там целый день. Забыл сказать, чтобы СС повесили на... На задролю? Да. Беги, малышка, беги! Нет, ну, надо было на себя просто повесить. Ладно. А что за... А, мина вот тут. Она же всегда вот в этом кружочке появлялась. А что она здесь выпала? Нет, они появляются рандомно. Вокруг босса. Вокруг босса они появляются. Прием. Понял. Беги, малышка, беги! Ну давай я затрулю дашь тогда это. БР. У тебя состиму БР. Дайте я по нему фулбафы. А зарыл прошло один на ману, я сразу ПТМ. Ну, можно сказать, первую фазу без стратегии прошли. На мины наступил. Не подходите на мины пока что. Сейчас платформа выйдет, мины взорвутся и появятся тело. Артя, ты что с пула падал что ли? Нет. А что, так быстро мана кончилась?
Да я прохил эти плотно. Как они называются, метки. Я на всякий случай поставлю, потому что будет... Там метки эти с пула вообще, фулл мана у тебя должна быть, там их нехуй хилить. Там их холипал флешками захиливает. Вот это хуй. Хуй знает, на всякий случай. Не, метки эти не шотают, вот танка надо захиливать. На плазме. Ну а тут просто АОЕ хил. Ну тогда чисто все равно это пошло. Готовясь скоро за спину, надо будет бежать. Здорово. И бежать ровно за спиной. Просто подсказка вам. Можно от того места, где он прострелил, типа уже в то место встать, с левого его боку, типа, и стоять спокойно бить. Конечно, здесь не хватает хоста, это жесть. Угу. У меня на совет 240 хосты, блядь. Или 300. 340, что ли. Готовьтесь, через 15 секунд будет обстрел. Три секунды. За спину. В центр не подбегай, в центре вот он дамажит, типа чуть подальше от него, надо за друлю. Ну, за друлю это должен быть. Ну, пожалуйста, вставать сейчас не надо. Не надо, тебя сейчас сразу убьет. Сейчас фаза закончится, тогда... Уже добьют, а? Станет. Вставай. Сейчас вставать. И сразу можешь дать по васу, Бэр. Когда? Дайте инер, по зрайлу инер дайте. Кого есть. За трую тоже можешь по нему дать инер. Бэрит вас, а не? Угу. Да. ЛВ поставь ловушку, которая замедляет. По ловушке еще пройти надо, чтобы она активировалась. Присмотрите, на этой фазе, если не ошибаюсь, метки. С меты красной надо выбегать, как на келе в этом, на максимум, последнем боссе. На последний, да. Либо клипсы забежим. С большого моба, вот с этого робота, падает ядро. РДД, видишь, бомбу, РДД только голову бьют. Большого только медики. Бомбот выпадал с головы уже? Заберись меня, заберись да. Меня. Ничего здесь не забирается, просто захиливается. Вот бомбот упал. Упал. Бомбота по 50 кп их надо, по 40 кп их надо сразу скрывать. Что тут людей? Бомбот. Ну, доживите до последней и посмотрим там. Да, ставлю тотем на ману, может гем на ману зачитать, если тебя никуда. Тебя когда я вижу. Ну так, ладно. У меня тоже бомба шотнул, остал. Так, для справки еще бомба раз пошел, повторю. Азрел отбежал. Он выпадает с головы, для справки, вот чтобы вы запоминали эту всю хуйню. Выпадает с головы прям. И поэтому РДДшникам стоять нужно не под головой, а подальше, чтобы успеть среагировать, приморозить, дать корни и забить его, залить, замедлить. У вас все для этого есть. Есть ледяной шок у шамана, у любого. Есть приморозка у мага, кордиусовые, тайфун и так далее. Убейте бомбота пока в корнях. Так ты рисоваться сама можешь бить.
ну, типа, помогать, и бить он его должен слетает. Не да, один человек. Да. Бить его не один человек должен, а все. Все должны это видеть да и убивать. Какой? Прочитай на ману, возможно. Воспомни немножко. 20 секунд, да. Опа-па, вот. Бегаем. Все, самая интересная фаза, блядь. Ну, до третьей фазы, к примеру, дошли уже более-менее. Смотрите, трэш. Кто-то еще один встаньте, чтобы выносить метку. Зерей, стань на той лоске. Куда? На был. Нет, дальше. Дальше, чтобы не выпалять. Кто? Вот тут, тут где-то ближе чуть немного. Кстати, интересная фаза, потому что надо заливать на этой фазе. Все три части одновременно. А зря выбежал. У меня маны нету, поэтому. Даже я не могу тебя залить далеко. Тем более смысла нету. Лазерный обстрел также все за спину встали. Ну я не добегу с этим. Ну уже смысла нету. Я понимаю, что сейчас бы это не помогло, просто на будущее. Мы бы, короче, закинули оплетение перед шоковым ударом, так что Freedom, если что, не помешал. Ну, не помешает на следующих троях. Шансы есть, да, просто то, что мы очень... Ну, это моба должны сливать до того, как весь робот соберется. То есть просто вы упали все, поэтому... Не надо, надо доспекаться, потому что мы все просто на первой фазе перед обстрелом мы не выживем. Вдвоем. Приодеться. У меня 420 хосты, я, блин, я булка еще. А Васо тут не сможет танкануть? Ну, Форик по мобам хорошо дамажит просто. Васо, что скажешь? Ну, теоретически сможет. Мне скажете, то буду делать, я ж такой. Давай тогда в клипсе может Фурика. Да, клипсе Фурика, а Васо будет танчить.